Здравствуйте, вас приветствует канал SPV.com. Хочу рассказать об антивирусном сканере от компании MCSoft, MCSoft Emergency CAD. Скачать данный сканер можно с нашего сайта, ссылку я оставлю в описании. Кликом правой кнопкой мыши «Запустить от имени администратора». И я ставлю все по умолчанию, хотя вы можете выбрать, куда распакуется наш сканер. Итак, запуск. Распаковка закончена. Вот в эту папку он распаковал все по умолчанию. Теперь, собственно говоря, сам запуск. Есть два вида запуска данного сканера. Первый. Это из командной строки. Второй. Из самого меню. Итак, идет запуск. Вот появилось меню. MCSoft Emergency CAD. Перед сканированием рекомендуется обновить антивирусные базы. Лицензия free, то есть бесплатная на 100%. Данный сканер предлагает обновление, сканирование, карантин и отчеты. Это неполноценный антивирус, но может помочь обнаружить много всяких сложных проблем. Итак, сканирование. Я рекомендую сканировать вручную. Проверка на угрозу, выборочная проверка. Здесь предлагается, на каких дисках будет произведена проверка. Оставим все по умолчанию. Далее. Начался процесс сканирования. Найденные угрозы будут отображаться в главном меню программы. Вот уже две угрозы найдены. Что же с ними можно сделать? Я пока приостанавливаю наше сканирование. Вот мы видим название угрозы, путь, C, Program Data. Вот. Их можно переместить в карантин, удалить, либо новую проверку. Вот такой полезный сканер я рекомендую всем. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPV.com и заходите на наш сайт spvcomp.com. Там вы найдете еще больше полезного и интересного.